Всем привет! Теперь будем устанавливать кондиционер. Вот это крепление. Будем устанавливать, сверлить. Я уже там отмерил дырки. Сейчас будем сверлить. Устанавливаем по уровню. Все ровно. Тут под крышкой кабель где-то должно быть соединение. Так, кабеля соединили. Все затянули. Закрываем крышку. Так, кабель соединили, трубки соединили, шланг соединили. Теперь заизолировать и сверлить дырку. Так, все соединили. Надо будет понемногу сверлить дырку. Так, начало просверлил. Теперь надо будет сверло отсюда вытащить. И дальше по 5-6 сантиметров сверлить. Так, покручиваю. Выкрутил сверло. Thank you.
постоянно вытаскивать. Такие колтышки. Вот такими колтышками. Высверлил дырку. Все аккуратно. Все чисто. Теперь надо будет вот это все начало в дырку сувать и потихоньку вытаскивать на улицу. И этот вешать на стенку. Так. Пробуем сейчас. Да, бардак, конечно, конкретно здесь я навел. Все установил по уровню. Стоит надежно, ровно. Так. Теперь осталось наружный блок поставить. Так это выглядит снаружи. Лишний кусок кабеля отрезал, только мешался. Вот тут будет стоять теперь наружный блок. Тоже надо будет установить. Это уже не сегодня. Упаковал в такую трубу пластмассовую. Пришлось уголок разрезать снутри, чтобы согнуть, иначе не получилось. Так, сейчас надо будет размечать, сверлить дырки и ставить крепление. Так, вывел шланг от конденсата, кабель, установил крепление. Теперь вот этот ящик наружный надо ставить, чтобы все совпало, и прогнуть к месту трубки. Этот шланг должен, по идее, там заднее место хватает, трубу эту спрятать. Я еще раз произолировал, замотал изолентой. Сейчас будем устанавливать. Так, все, установил я ее. Поставил на дополнительные силиконовые подушки резиновые, вот эти. Чтобы большой вибрации не было. Шланг так и оставлю. Не стал его наверх гнуть. Сантиметров, наверное, 30. 40 лишний, но резать не стоит. Теперь соединять кабель и трубки. Так, все соединил я. Трубки, кабель. Сейчас буду соединять, вакуумировать. Вот сюда. Так, сейчас соединю, потом покажу. Так, все подсоединил. Будем вакуумировать. Так. Будет сейчас выкачивать весь воздух с трубок. Такой китайский вакуумный насос. Не помню вам сколько. 82 литра, по-моему. Минуту качает.
Так, работает тихо. Значит, уже, наверное, все выкачал. Еще немножко подождем. Потом закроем кран и подождем немножко проверить, все ли везде правильно соединил. Я думаю, хватит. Закрываем кран. Включаем насос. И ждем минут 15-20, чтобы стрелка не упала. Так, прошло 15 минут. Стрелка вроде бы стоит на месте, зеленая. Вот эта зеленая. Так, насмотрелся видео в YouTube. Делаю примерно как все. Как я понял, многие просто снимают сразу. Шланг потом открывает. Некоторые сначала чуть-чуть откроют, чтобы продавил газ и потом снимает. Не знаю, как лучше, ставлю первый раз. Подождем еще минут 10. На всякий случай. А потом уже откроем. Так, прошло почти полчаса. Она так и стоит на месте. Так. Будем пробовать. Чуть-чуть приоткрываем здесь. Здесь, по идее, она должна подняться в другую сторону. Вот мы вакуумировали, теперь будет, пойдет давление от газа. И откручиваем быстро вот здесь. Так, пошла. Стрелка сдвинулась. Откручиваем быстрее. Так, теперь потихоньку откручиваем. Упора. Так. Теперь будем пробовать подключать. Вроде бы работает. Надо еще электрический кабель будет провести сюда. Это пока для пробы. Холодный.
Повеяло холодом. Холодом хорошо дует. Все, значит, соединили все правильно. Работает все отлично. Все работает. До этого тепло проверял. Тепло тоже хорошо дует. Уже и ним покрывается. Так, все работает, все проверил. Холод хорошо дует, тепло дует. Установили все правильно, соединили все правильно, все работает. Вот такой обзор кондиционера. Сам собрал, сам установил. Все работает. Тут, конечно, еще будет кабель проводиться. С подвала я его протяну сюда. Потолще немножко. Это все заизолируется. Так все работает. Уже минут 20. О, холод сюда нагнало уже. Все работает. Будет у кого какие вопросы, спрашивайте. Что знаю, чем могу, помогу. Подскажу или. Ладно, всем пока. Спасибо, что смотрели. Всем удачи, счастливо, до следующего раза.